Всем привет! Вот у нас очередная серия Диптауна. Играем, играем, продолжаем. Сейчас посмотрим, что где как. Да, третий уровень у нас водный коллектор. Здесь 3. Не хватает 10 панелей солнечных для улучшения. Не знаю, зачем я улучшаю. У меня пока энергии так много. Здесь 5. И еще можно улучшить. А есть ли смысл? Вопрос интересный. Есть ли в этом смысл какой-то? Что у нас здесь? Все ресурсы перерабатываются, обрабатываются. Это все хорошо. Здесь тоже смысла пока не вижу. Улучшений. А вот здесь вот смысл есть. Каучук пока готовится, ты уже свое отготовил, дружок. Обязательно серная кислота. И что нам нужно? Вода, водород, нефть. Ага, водород. Это кремний, а водорода у нас всего 78. Чтобы создать нефть переработанную. Начинаем этим заниматься. Но мне, по-моему, что-то нужно было другое. Совершенно другое. Рубинов не хватает. Ладно. Так, дружок. Все, успокойся. Что нам по заданиям надо? Мы выполнили 100 натрия собрать. А, то я уже не знаю, что. Бог с ним. Изготовить 1500 слитков. Шестеренки. Во. Шестеренки. Они у нас еще, наверное, не открылись. Аккумулятор. Пусть аккумулятор собирается. Это дорогая вещь. Дорогая, хорошая вещь. Пусть собирается. На тебя все есть. Друзья, вы пока без дела сидите. А дальше улучшить аккумуляторы сера. Ух-ух-ух-ух-ух. Ладно, мы сразу перейдем к нефти. Где у нас тут нефть? Она первого уровня. Странно. Собрать. Улучшить. Улучшаем. Эту нефть мы улучшили. Здесь нефть. Собрать. Второго уровня нет. Это нам не надо. Мы на последнюю локацию уходим. Рубин. Топаз. 100% рубин. Тоже неинтересно. Это тоже неинтересно. Пока, значит, мы строить ничего не будем. Или будем. А, стоп. Вот она. Здесь что у нас? Титановая руда, рубин уходит, не быть александрит, аметист. А что исчезло? Топаз исчез. Вот здесь строим шахту. 20 миллионов, зашибись. Коту. О! Улучшаем. Улучшить. А теперь денежки собираем. Так, что мы тут смогли сделать? Пока ничего. Ясен пень, коробочку откроем. Без комментариев. Воды. 5000. Давай, ну, вот так. 5000. Воды мы продадим. Нефть ничего не стоит. В обычном состоянии янтаря аж 3000. Ух-ух-ух-ух-ух. Обработанного. Изумруд. Продаем. Топаз. Продаем. Сапфир. Продаем. Золото не трогаем. Бриллианты нам тоже нужны. 7 лианы. А вот очень интересно. Если у меня столько 7 лианы, почему она не выращивается? Потому что это виноград стоит. А нам нужна лиана.
Каучук из лианы делается, правильно? Угу. Ну, я так понимаю, самой лианы у нас много. Да, самой лианы много. И каучука много, это хорошо. Это оно, продаем. Не нужно, материнская плата, продаем. Алмазный резак. Продаем. Это большие денежки. Алюминиевый бак. Ох, как круто. Продаем. Солнечную панель мы не трогаем, чипы мы не трогаем. Все. Денежка у нас есть. Но не так-то много, как хотелось бы. Улучшить, улучшить, улучшить. Нужна переработанная нефть. Шикарно. Стоп. Но прежде чем мы начнем дальше лупаситься, нам надо кое-что пройти. Вы уже думали, я забыл об этом? Да нифига себе. Не забыл. Где наша шахта? Ой, шахта, врата. Куда в этот раз попали мы? В центре этого построения мы нашли большую бетонную герметичную структуру, в которую нельзя получить доступ. Которой нельзя получить доступ. Похоже, она содержит что-то важное. С помощью ультразвука выяснилось, что под ним есть какое-то устройство, посылающее гравитационные волны. Если бы это были звуковые волны, прибор бы пищал. По факту он реально пищит. Похоже, это может передавать свое местоположение в пространстве и времени. Сквозь пространство и во время. Это оставленный и запечатанный бетоном маяк. Мы думаем, что они действовали по следующей схеме. Переместиться в случайное место, поместить маяк, выжить как-нибудь и зарядить кристалл времени, затем совершать следующий прыжок. Умно. Следующая экспедиция небольшая. Сундук, понятное дело, мы откроем. Это хорошо. А то мы читали с вами с Аменхотепом. Портал ведет в странную локацию во времени и пространстве. Древний Египет 1300 года до нашей эры. Эра Эхнатопа, 18 династия. Это опасный период. Те, кто прошли сквозь портал, провели здесь некоторое время, живя и прячась, изучая культуру. Вот, с маяком мы разобрались. Команда ученых путешествовала в случайные периоды времени. Устанавливают там специальные маячки, чтобы отобразить кривизну пространства времени. Это позволило им найти ту самую локацию, которую они искали. Они использовали некие кристаллы времени для перемещения. И вот у нас осталась последняя таинственная компания. Что у нас там по времени есть? В принципе, давайте тогда полупимся. 290-я локация. 290, а у нас сейчас 285. О! Скоро мы что-то новенькое откроем. О, ну, в принципе, неплохо. Очень даже, я вам скажу, неплохо. Ну, как уже в прошлом видео говорил, цифры здесь безумные. Просто безумные. Ну-ка, давай, 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 добивай, добивай. Добивайся до конца. Все. Здесь идет аметист и нефть. Аметист и здесь идет. Аметист, александрит и титановая руда. Круто. Денег у нас нет ни хрена. Вообще. Денег нету. До старейшины, но мы пока еще никак не доберемся. Уже сколько лупим, но добраться не можем. Ну вот, титановая руда сыпется. Замечательно. Ой, сколько, блин, наготовил тогда еще в первый раз этих лазеров, что
то до сих пор уже сколько играю, до сих пор хватает. Мне очень интересно на нового старейшину посмотреть. Нефтяного, как я подразумеваю. Так, еще что-то мы там подобрали. Замечательно, замечательно, друзья, замечательно. Ну-ка. Этанол мы с вами, конечно, готовили. Он, в принципе, дорогой, но проще серу делать. Слотой. По-моему, ой, что-то вылится. Ладно, бог с ним. У нас там каучук. И вообще все в этом роде неплохо идет. Денежки мы зарабатываем с вами. Рано или поздно все будет хорошо. Вот он еще один зараженный блок. Нет, значит нет. Конечно, соберу. А почему было бы не собрать? Почти 2 миллиона за то, что посмотрел рекламу. Смешно, но эти деньги очень пригодятся. Так, нефть. Переработанная нефть. Пока 47 часов. Обалдеть, 20 минут. Ну, 20 минут, 20 минут, но 47 часов это, конечно, круто. Что у нас тут? Нефть перерабатывается. Нефть это долго. Да уж, процесс длительный. И 10 водорода. А у нас водорода сколько? 6 раз. Ладненько. Давайте мы пока получим какую-то часть титана. Что же будет после кула? Я не знаю, что тут за значение тут вообще. Зачем было такие большие значения вводить? Ну, это вот это, наверное, единственное, что мне в этой игре не нравится. Безумные значения цифр. И непонятное обозначение. Квинтиллион какой-то там. А что ж потом после квинтиллиона? Миллиард квинтиллионов. И 1000 квинтиллионов. Да, тяжко идет, уже тяжко. Тяжковато, но в принципе. Все проходимо. Давай угадаю. Как только избавимся от этого, наткнемся на огромного нефтяного. Не успел прочитать, скорее всего, титан. Старейшина. Но я так понимаю. Сейчас будет старейшина. Новый. Ради этого, я думаю, мы сами посидим, блоки поразбиваем. А как иначе? О, рекламка. Пойдет. Вы видели? Я чего-то волнуюсь. Нефть получают из динозавров? Наверное, у нас какой-то сейчас старейшина динозавр будет. О, это уже интересно. Вам не кажется? Алло, друзья. А мы, я так понимаю, к нему подбираемся уже вплотную. Раз он так начинает говорить, наш робот, это пахнет дело, пахнет вазелином, да? Что, что, да? Вы тоже в предвкушении? Я тоже в предвкушении. Что у нас себя будет? Я так понимаю, через пару блоков мы уже увидим, кто и что перед нами будет. Самое главное, что это будет перед нами. И сможем мы его вообще как-то трепануть. Вопрос очень интересный. Фу, это не динозавр. Хотя не поверишь, но я был бы рад видеть его тут. Странная ерунда. Нефтяной старейшина. Нефтяной старейшина.
Ждем заморозки. И смотрим, через сколько он восстанавливает. Хотите сказать, он не восстанавливает энергию? Странно. Не может такого быть. Обалдеть, он вообще не берется. Моими средствами он не берется. Но подожди, он и здоровье пока друзей не восстанавливает. Мы его просто бьем. Нет, мне кажется, до какого-то определенного уровня мы сейчас добьем, и он из себя во что-то другое превратится. Цифры безумные. Никто не спорит. Честно, очень странно. Такое в первый раз. На моей памяти в этой игре в первый раз, чтобы старейшина не восстанавливала здоровье. Невосприимчив. А к чему он будет восприимчив? Тоже не восприимчив. Я тогда не знаю. Я понимаю, он не восприимчив, но мы что-то отбиваем. Ага, он к этому не восприимчив. А если чудо-газ? Подожди-ка, давай попробуем чудо-газ. Может, чудо-газ что-то придумает? Чудо-газ. Лечение сброшено. А что этот газ дает? Я не могу понять. А, лечение сброшено. То есть он не может лечить. Во, что это газ дает. Почему желтый только лечение сброшено? Бомбочкам не восприимчив. Какой-то странный старейшина, вам не кажется? А вот и началось. А вот и дело началось. Все. А вот он и старейшина. Не, все, друзья. Сейчас посмотрим. Лечение сброшено. Не-не-не. Мы его били, но толку от этого немного. Ну, собственно, это, наверное, все. Нам надо дальше качаться. Заметно и значительно качаться. Вот такая вот, в общем-то, серия, друзья. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Порекомендовать друзьям, обязательно порекомендовать друзьям, заходи ко мне в плейлисты и что-то для себя новое найти. До новых встреч. Пока-пока.